Так, на чем я остановился? Ага. Мне нужно... Нифига себе здесь сколько сокровищ. Мне нужно вот сюда. А здесь, наверное, у меня сейчас будет очередная разборка. Патроны для дробовика могу я сделать? Не могу. Не могу я сделать патроны для дробовика. Они мне сейчас могут пригодиться. Что ж делать-то? Материалы, материалы. Что-то опасян какой-то. Добро пожаловать в мой замок. Я безмерно рад наконец познакомиться с вами, мистер Кеннеди. А ты вообще кто такой? Я? Прошу, зови меня Рамон. Позволь, я сразу перейду к делу. Будь добр, отдай девушку мне. Прямо сейчас. Ясно? Не, без шансов, Рамон. Обойдешься как-нибудь. Без девушки. Мистер Кеннеди, мистер Кеннеди, как благородно. Но тем не менее, девушка достанется нам. Она станет носителем, и ваша Америка, а потом и весь мир исполнится его благодати. Ибо такова воля моего покровителя, священного Владыки Сэдлера. Так что, ты нам подчинишься? Да? Нет уж! Ты все слышал. Какая жалость. Окажите нашему гостю теплый прием, раз уж он избрал смерть. Так она же уже заражена. Ей надо позволить просто уехать домой с Леоном. Не отходи от меня. И она там всех заразит. И президента, и... Так. Берегись! Эшли! Держись! Берегись! Ой-ой-ой! Да вы чё, блин? Перезарядочка. Эшли! Да уйди! Так, а они кончатся? Ух ты, у меня нож сломался. О, хорошо, что он автоматически достал другой нож. Эшли, Эшли. Ты как? Норм. Хорошо, что пока она обездвижена, они ее не схватили. Так, надо перезарядиться. Заперто. Не открыть. А, вот здесь открыто. А чё за ключ мне сюда нужно? Непонятный.
Так. Так, вот два сокровища. Здесь и там где-то есть. А этот я могу открыть. Золотой слиток. О, сюда может Эшли залезть. И открыть вот сюда проход, что ли? Так, сейчас я все облазю, подождите. Вот еще сундук. Там наверху, видимо, что-то есть. Вон там, да? Ладно. Лезь. Идем. Ага. Ты должна открыть оттуда проход. Ага. Молодец. Класс. Писеты. Писеты. Изящный флакон духов. Так, 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 так. И что мне получается вот сюда? Вот сюда нужно, в эту щель пролезть. Сюда я сверху смогу спрыгнуть. Эта дверь наверняка закрыта. Да. Карта обновлена? Ага, ну да, все верно, мне нужно вот сюда. Пошли. Я думал, я не пролезу сюда. А оказывается, разбились эти. Так, здесь. Ну вот здесь что-то есть. А это на втором этаже. Да, это на втором этаже. А вот же она висит. Думаю, можно пойти сюда. Осторожней. Так. Что-то мне это не нравится. Я слышу какие-то странные звуки. Я слышу странные звуки. Ключ нужен. Записка, смотрите. Я снова проснулся посреди ночи. Из подвала доносятся все те же кошмарные звуки, будто кто-то скребет когтями по каменным стенам и выкрикивает проклятие, завывая от боли. Ненависть, скрытая в этом человеке, могла бы уничтожить весь мир. Раньше он был палачом на службе у хозяина замка, как когда-то его отец и дед, мрачная страница в истории рода Салазаров. Даже в родной семье он выделялся. Он обожал свою работу и выполнял ее мастерски. Таков был его дар — причинять боль людям. Его способности вскоре заинтересовали господина. Он отвел его в темницу, и там... Нет, я не могу об этом писать. Даже не хочу вспоминать о случившемся. Мой рассудок не выдержит. Я сойду с ума.
Мне приказали ухаживать за ним, кормить и убирать помой. И каждую ночь я вынужден слышать его крики. Я больше не могу, с меня хватит. Еще одну ночь в замке я точно не выдержу. Завтра я уйду отсюда как можно дальше, туда, где не буду слышать этот голос. Это про кого он говорит? Бедняга. Жестокая смерть. Который с этот... с зашитым ртом, что ли? Прикованный был в оригинале. Или про кого он говорит? Так, здесь есть сокровища? Нет, пока здесь сокровищ нету. Так, патроны для дробовика я вижу. Как мне их взять? Что это? Они здесь зверушек держат, что ли? Колокол, интересно, тут будет? Так, сохранялка у меня сработала. Сейчас я или провалюсь, или что произойдет? Или из стены кто-то вылезет? Ключ. Точно провалился. Возьму-ка я сейчас пистолетик большой. Вот он, это он, точно. Он слепой. Слепой. Пистолетик, возможно, мне сейчас пригодится в быстрый доступ. Пятый. Давай вот так. Так, подожди, сейчас ты, наверное, не отвяжешься. Мне аккуратненько надо пройти и вот здесь залезть. Но он, походу, оторвется. Так, а мне куда? Вон там где-то проход. Нельзя, наверное, прикасаться к цепям, потому что они звенят. Вот он сейчас точно вылезет. Иван, встань. Отличный пистолет. Нет, я помнил, что он очень мощный, но чтоб с одного выстрела он убивал. Винтовочка с одного выстрела убивала этого чувака, если попасть, ну вот этот нарост на спине. Все, я здесь все собрал. Леон, да, включи. Тут, по-моему, ничего не было больше. Да, тут пусто. Так, посмотрим. А где патроны?
А, вот. Удерживать. Материалы. Делаем патроны для дробовика. Мне же хватит. Вот так. Еще 5 пороха у меня осталось. Что я могу создать? Световая граната. У меня пока хватает световых гранат. Больше ничего не буду делать. Так, это мне наверх? Подожди, где там? Ага, это наверху сокровище. Так, здесь больше, да, здесь больше ничего нету. Это где я вылез? А, я с обратной стороны вылез. Это ты. Это я. Что там случилось? Да так. Но насчет зверушек ты была права. Так, еще раз. Угу. Карта обновлена. Ты как? В порядке. Ну, пока. Я слышу. Я слышу здесь этот игрушку, которую надо разбить. Найти. Вот где-то там. О, шпинель. Так. Порох. Зеленая травка. Вот он. Что еще скрипит? Я прям над ним. Точнее, стою при... Серебряный жетон. Так, а мне нужно еще один золотой. Тогда можно на стрельбище какую-нибудь интересную плюшку заработать. Ничего себе у него тут. Меч какой-то. Порох дают. А, меч вот сюда нужно вставить. Все, я понял. Два меча, один золотой, один серебряный. Тут, кстати, ничего нету. А, подожди. А как? А как? Ой. Змея. Где змея? Вон она, змея. Да? Мне не нравится вот этот вот рыцарь.
А что-то я не попробовал их. Не разбивается. Окровавленный меч. А это для чего? Это не боевое оружие. Просто копия. А, ржавый меч. Тут три меча. Железный меч. Ну, значит, сюда кровавый. Надо еще ржавый и железный найти. Эти картины. Тебе не кажется, что они связаны общим сюжетом? Кажется. Так, а здесь какой? Золотой. А, тут стоит ржавый меч. Так, и чё? Я чё-то не понял, куда, какой. Золотой. Ржавый. А как окровавлены? Железный. А куда, какой? Подсказка, есть где-нибудь подсказка? Не вижу никаких подсказок. Ни надписей нету никаких. Так. Клинок затуплен, поэтому использовать его в качестве оружия нельзя. Грубый железный меч. Меч со сколами. А как окровавленный? Ну, мне кажется, окровавленный там, где тот чувак его рубит. Вот здесь железный меч. Окровавленный вот тут подходит. Вот тут подходит ржавый. А вот здесь подходит золотой. Точно. Похоже, ты был прав. Скушай виноградику. Гадюку можно... Эшли, а чё ты от меня далеко? Ладно. Сколько добавит? Почти полную добавить. Давай скушаем. Сразу я её скушаю. Что там? Золотой браслет. А, я сейчас на второй этаж выйду, да? Да. Погоди, но мы же уже были здесь до этого. Мы сделали круг, что ли? Идите во двор. Так, здесь можно перепрыгнуть. Mm.
с ним лестницу. Так, 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 так. Сейчас будем решать загадки дальше. Нужно найти какого-то морского конька и змею. Змея. Так, здесь олень. Даже не пытайся повторить. Я? Ну да. Вот это надо взять. Так, вот здесь я могу залезть наверх. Где лестница? Леон, ты чего? Да чу-чу. Что на тебя нашло? Зачем ты прыгал по люстрам? Ха, тебя спросить забыл. Я еще раз прыгну. Не видишь, я на ту сторону перебираюсь. Порох. Блин, здесь, оказывается, решетка. Орел. Мне ж сюда не надо. Прыгай. Да прыгай. Змею мне надо найти. Вот она, змея. Я могу не тратить патроны. Так, чё? А туда мне как попасть? Как мне попасть вниз? А, тут же открыто. Фу, ё-моё, мне ключ нужно найти какой-то странный. Странный ключ мне нужно найти. А, давай сохранимся. Посмотри, наверняка что-то понравится. Подожди. Можно торговцу. Вставлять мне нечего. Тогда продаю. Привет. Я продаю много отличных товаров, чувак. Золотой браслет, часы. Нам все равно, флакон. Рубины или рванина. Разница так. Лишь в цене, которую так. Мы назначаем. Вот эти материалы можешь продать, а? Че я с собой их таскаю? Я в основном пистолетом и дробовиком. Для винтовки у меня пока нету. Винтовки у меня нету пока. Чужак. Так, о, купить. Я щедро заплачу. Если что, я вот куплю материалы у него. У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Нет места. Так, улучшить. Это не надо. Это все улучшить. А, подожди, нож. Хорошее починка не требуется. Оружие компенсирует недостаток навыков, друг. А, давай улучшать. Попробуй-ка пистолет. Это. Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. Держи, попробуй. Еще 20 тысяч. Как ты, сразу заметит разницу. Чем конечно. Еще могу услышать? Приходи в любое время. А, подожди, привет. А что там у него? Фу, привет. Обменять. 666.
2 пороха, я 10 порохов могу что, купить. Что? Как нам удалось добыть все это? 30. Лучше не спрашивай. Пока буду копить. Ладно. А зачем приходил? Все, сохраняюсь. И коротенькая будет серия, но сразу продолжу следующую записывать.